Выплаты на детей с 8 до 16 лет начнутся в мае. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Их начислят семьям с невысоким доходом за период с 1 апреля. Систему соцподдержки необходимо настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее. В Кабмине также намерены оперативно проработать поручение президента по повышению всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ. Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину предоставить параметры такого повышения.